Дорогие друзья, меня зовут, как вы думаете, точно, мастер йоги Владимир Калабин. Я вас приглашаю 31 августа, после которого будет 1 сентября, а я вас приглашаю 31 августа на свое онлайн-занятие по хатха-йоге. Пришла пора нам с вами на седьмом занятии начать изучать так называемые магические пассы. Это определенные жесты, посредством которых улучшается общая энергетика и гармонизируются чакральные вихри. Буду вам показывать, рассказывать, но, конечно же, не обо всех, потому что знаю я их много. Изучим 5 Magic пассов, магических пассов, и поделаем очень важные для организма асаны. Я возьму самые простые формы, классические формы, и расскажу, как без вреда для организма, а с несомненной пользой их практиковать. Ну, возьмем мы 10 асан и их сделаем. Все это будет происходить в 16:00 по Москве, 31 августа. Рекомендую посетить это занятие. Увидимся.